Праздничный концерт «Золотое праве лета» начнется в Гастагаевском сельском округе 12 июня в 11 часов на площади у Дома культуры. В этот же день в 12 часов в Первомайском сельском округе на площади у ДК села Юровка пройдут народные гуляния и состоится праздничный концерт «Магия света». Жители Приморского сельского округа смогут признаться в любви России в 17 часов. На торговой площади села Цабанабалка состоится праздничный концерт под названием «Я люблю тебя, Россия». Народные гуляния и вечер отдыха молодежи проведут 12 июня. На 2 часа позже в 19 часов на площади Дома культуры села Джигинка пройдет тематический концерт «Анапа – жемчужина России». Жители сельского округа приглашают на народные гуляния и вечер отдыха. В Анапском сельском округе на летний вернисаж талантов жители района приглашают к 19 часам. Праздник состоится в парке станицы Анапской. На летнюю танцевальную площадку приглашают жители станицы Благовещенской. А в 20 часов в Доме культуры станицы начнется праздничное мероприятие «Яркие краски анапского лета». В рамках праздничной программы запланирован концерт, народные гуляния и вечер отдыха молодежи. Витязевцев и гостей курортного поселка приглашают на праздник 20 часам в Дом культуры села Витязева. Жители Супсекского сельского округа с 18 часов смогут раскрыть все летние фантазии. Праздник пройдет на стадионе 13 июня. Россия, Кубань, Анапа. Под таким названием пройдет праздничный концерт, народные гуляния и вечер отдыха молодежи в Виноградном сельском округе. 13 июня жители сельского округа приглашают на площадь Дома культуры к 19 часам. 13 июня в Гайкодзорском сельском округе пройдет молодежная тематическая программа «Анапа встречает гостей». Начало в 20 часов в Доме культуры села. В День России 12 июня в Анапе праздничный концерт «Великая Россия» начнется на главной сценической площадке в 16 часов. Приглашаются все жители Анапы и гости курорта.